нашей главной героини нашего сегодняшнего вечера, нашей прекрасной именинницы. Наиля Ханук исполнит несколько песен из своего замечательного репертуара. Наиля Фатехова! Ребята, я хочу сейчас поблагодарить своих друзей, которые сегодня так замечательно выступают и на сцене, и в зале, а особенно Ильяса Булатовича Муслимова, потому что вот эти диски, вот эту программу, всегда он и продюсер всегда был всех концертных программ. Я ему очень благодарна за то, что он умел правильно меня настроить на песни, какие нужно писать, что нужно, кого надо... Вот в данный момент, сегодняшний день, кто наш герой. И одна из этих песен «Татар генерал Ларе», которую мы написали с Назифой Каримовой, и «Днем Победы», там нашим героем является и Ахмед Абыгалиев, наш генерал армии, и Расим Сулейманович Акчурин. Когда я была на гастролях, я людям рассказываю, как создавались эти песни. Вот эту песню, я так боялась к ним подойти и сказать, вот давайте снимемся у меня в клипе, Расим Сулейманович. Махмуд Ахмедович, Ильяс Булатович говорит, вот иди и скажи. И с какой легкостью они все соглашались, вот как дети, потому что у нас татарский народ, он самый искренний, самый замечательный. Рахмет сизге! Татар генерал. Генерал!